товарищи, посторонитесь. Посторонитесь. Это уже зримое будущее нашей Сибири. Здесь на протяжении нескольких сотен километров залегает более 600 миллиардов тонн угля. Вдумайтесь в эту цифру, товарищи. Более 600 миллиардов тонн. Скажите, вы любите мечтать? И я люблю мечтать, товарищи. И в мечтах своих я ясно вижу гигантские разрезы, а около них поселки и города с многотысячным населением. Вам жить в этих городах, товарищи. Я ясно вижу 1 миллиард тонн угля в год, который выдаст ваш край. Вам добывать этот уголь, товарищи. Грандиозные планы, не правда ли? Недаром великий советский поэт Владимир Владимирович Маяковский воскликнул: «Я планов наших люблю, громадье! Эти планы вам претворять в жизнь, товарищи! Вы соседи этой замечательной стройки! Вы своими глазами видели, как она началась! Тысячи комсомольцев, беспокойных сердец со всех концов страны отправились на эту стройку! Не опоздайте и вы! Дерзайте!» «Не надо дерзать! Дерзать, говорю, не надо. Ни к чему. И заканчивайте вашу лекцию, товарищ лектор. Извините, не понял, вы кто? Я председатель колхоза. Фамилия моя Зузинок. Лекцию, говорю, заканчивайте. Что-нибудь случилось, я не понимаю. Я вам после объясню. Гриша, давай. Правильно, кино давай. Про наш край мы и так знаем, каждый день видим. Петро, ты бы лучше помолчал. Здесь и без соплей склизко. Давай, давай. Павел! Паша! Чего тебе? Дров наколи. Тебе, что ли? Чего мне? У себя сама справлюсь. Себе наколи. Ладно. Так что, Павел Петрович, вы не просто сорвали мне лекцию. Вы сорвали важное политическое мероприятие. Об этой стройке говорится в материалах партийного съезда, вы понимаете? Понимаем. Чего ж тут не понять? Но я понимаю и другое. Половина моих работников сбежала на эту самую стройку. А у меня их и так.
по одному на трех стариков. Так что мне ваша агитация ни к чему. Рассуждаете. Стройка – дело государственное, а вы рассматриваете все со своей местной колокольни. Максим Горький сказал, есть точка зрения, а есть кочка зрения. Понимаете? Я не знаю, что сказал Горький, только есть хотят все. И точки, и кочки. Я говорю о стройке. А я говорю о земле. На ней работать некому. Вот у меня посевная, а мне на сеялки посадить некого. Некого зарядить на перегрузку семенного зерна, потому что оно протравлено, и организм должен быть здоровый и сильный, чтобы на него ртутные пары не повлияли. Где я возьму этот организм? Где? Его сманили. Ну а кто еще не успел, так вы дерзать зовете. Передергиваете. Моя задача совсем другая. Я не только о вас. И радио, и телевидение, и газеты. Ну как же, дело государственной важности. Как же, романтика, престиж, перспектива. Я уж не говорю про зарплату. Кто уж тут стоит? Вон, пожалуйста, моя родная жена на эту самую стройку метнула. Как? А вот так. Сначала детей в школу-интернат устроила, а потом и сама устроилась на бетонный завод. Вот. Понравилась, бригадиром стала. А теперь вот общежитие получила. И вовсе рада дура. Печенье вот. Ай, да и я дурак. Ну, чего уж вы так-то? Да промашку я сделал, послушался ее. Она же детьми прикрылась, мол, там условия лучше. А так бы ее в жизни не отпустил. И вы теперь вот так вот один? Да нет, наезжает иногда, как гости. А возвращаться ни в какую. Хоть разводись. Это она и без тебя все сделает. Так что жди повестку в суд. Какой суд? Ну что ты мелешь? Какой суд? Народный. Какой же еще? И Петьке Дылгину, и Родьке Пегову тоже повестки будут. Разводятся с вами ваши бабы. Так вот. Ну, с чего ты взяла? Она же только что была в воскресенье с девчонками. Ну и что, подумаешь, была. Я, милый, знаю, что я говорю, так что подыскивай себе невесту. Она там что, окончательно чокнулась? А ты как думал? Ты тут, она там. А Аврос, какая же семья? А? Вот. Никакой семьи. Картошек к вам сварить? Не надо. Завтра поеду на стройку, я покажу развод. А что ты ей сделаешь? Че, поучишь только? Ты и то, не за что. У нее там никого нет. Никакого полюбовника. Это мне доподлинно известно. У нее другое в мыслях. Ну и что же у нее в мыслях? А вот поедешь, сама расскажет. Ерунда какая-то. Ну, это ерунда. Не ерунда. Вот. Видите? Еще одна проблема с этой стройкой. Вы про развод? Образуется? Все образуется, когда босой разуется. Пойду я. Еще одно дело у меня не сделано. Ладно. Вон оно, как все обернулось. Проблемы. Кругом одни проблемы. Я знал, что добром не кончится. Раз уж свалилось это на Кудринку, пришла к нам эта стройка, значит, все под откос. И судьбы, и семьи, и сама деревня. Вот о чем надо лекцию читать. Будет установка, пожалуйста. Установка. Спасибо за ужин. На здоровье. Что, устали? Есть немножко. Так ложитесь, вон сюда. Я бы насеновал, если можно.
Как в детстве, знаете ли. А вы что, деревенский? Простите? Нет, ничего. Можно и на сеновал. Я сейчас причиндалы приготовлю. Благодарю вас. Ключ у нас находится здесь, если вдруг понадобится. А я пойду в контору, попробую позвонить на стройку. Вдруг пробьюсь в общежитие. Сеновал сюда. Простите, а... Уборная, что ли? Да вот сюда. Благодарю. Да вы вещи-то пока положите. Да. Тут зашел. А? Цирк! Евдокия! Евдокия, открывай, говорю. Я знаю, он у тебя. А может, ошиблась ты? А может, никакого Дылдина там нету? Тихо, баба, тихо, 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 тихо. Здесь он у Дуськи. Ну да. Евдокия! Жди, откроет она тебя сама. Евдокия, открывай, говорю. Ну что, не слыхать? Не, ну вы дали? Делает вид, что их там нет. А может и нету. Я Петьку недавно видел совсем в другом месте. Заткнись, огрызок! Недавно видел! Я-то уж, я-то знаю, где он! Тетка Матрёна, я пойду, ты провались он. Спокойно! Пойдет она! А кому тогда все это надо? Мы же твой интерес блюдем. Стучи, стучи! Едокея! Открывай, говорю! Все равно вам деваться некуда! Матрёна, прекрати эту комедию! В конторе указывай! А я говорю, прекрати! Ты сперва в своей семье порядок наведи, а потом уж командуй. Понятно тебе? Евдокия! Открывай, говорю! Евдокия! А может, там и правда никого нет? Конечно, нет! Вот голова садовая. А ставни? Что ставни? Почему Дуська сегодня так рано закрыла ставни? Вчера не закрывала, а сегодня закрыла, и в третьего дня тоже закрыла. Да мало ли. А вот тебе и мало, но меня не проведешь. И я замечала, между прочим, не раз. Да кому какое дело? Да тут не про дело, а про примету. Ну разве не ясно? Ясно! Что у петуха краска? Да никакого Дылдина там нет! Тихо, баба, тихо. Я давно все пронаблюдала и высчитала, что сегодня он должен быть тут. И нигде больше. Голову даю на отсечение. Евдокия! Открывай, говорю тебе. Кто там? Интересуешься, ты не знаешь, да? Открывай, говорю народу! Евдокия, открывай, говорю тебе! Кого надо, спрашиваю? Сама знаешь кого? У меня никого нет. Ну, ежели никого нет, так и открывай, чего боишься? Пожалуйста, не боюсь. Чего надо? Чего надо, спрашиваю? Петька где? Какой Петька? Нет у меня никакого Петьки. Ну ты гляди, врет и не краснеет. А я говорю, он у тебя. А я говорю, нет. Не стыдно тебе, Евдокия, чужих мужиков-то прилучать, а? Пользуйся тем, что Марина каждый день со стройки приехать не может. Да Петька и сам кобель добрый, чего уж там. Не захотела бы она и Петька тут бы не ошивался. Постыдилась бы старая. А что мне стоит? Я говорю, гляди. Полюбовник-то не у меня, он. Шершавица. А я говорю, нет у меня никого. А если нет, чего ж не открывала? Тихо, баба, тихо. Она знала, чего не открывала. А я говорю, тут он. А наведи Евдокия в избу. Пожалуйста, проверяйте. Проверяйте, хоть не имеете права. Имеем. Пошли, бабы. Ну, раз бабы, как бы там аж до угла, чем не прилетел. Проверяйте. Так. Спокойно. Не, бабы, ошибиться я не могла. Ни в коем разе. Я же все высчитала. Значит, плохо ищем.
А ну, Евдокия, открывай подполье. Чего я там не видела? А не видела? Сейчас увидишь. Тут. Петя, вылезай, чего уж там, попался. Вылезай. Ну, вы видали, затаился. Вылезай, варнак, тебя законная жена ждет. Ну, давай, давай, давай. Ну, вот. И правда, Петька, а ты кого ждала? Егора своего? Это тебе мой аплодисмент за спектакль. Вот она, Дуся, жизнь. Ой, ну все, сейчас он всех начнет казнить. Ну ладно, для всех это цирк. Ты-то чего пришла? Вот тогда чего пришла? Ты чем тут занимаешься, бессовестник? У тебя дети малые, а ты... А у тебя? Что у меня? А у тебя, выходит, их нет? Дети со мной, с матерью моей. Ты там, а мы тут. Что там? Что там? Там про меня на стройке никто... Никто дурного слова не скажет, а ты... Кобель блудливый. А это не ваше дело, мадам. Мы в разводе. Почти. Ты подала? Так что концерт окончен. Марина, погоди минутку. Это правда про развод? И моя тоже? И Пегова подала. Так, ясно. Вы что там, с ума все посходили? Да не всерьез, это для дела. Для дела? Для какого дела? Ой, Павел Петрович, не надо меня пытать. Сами разбирайтесь с вашей супругой, а у меня своих дел не раскрывайте. Ишь ты, заговорила. Додумались до... Идиотки, мать вашу. Здорово, председатель. Докладай. Все объекты в сохранности на 100%. Происшествий никаких не обнаружено. Это хорошо. Только дыши в сторону, а то закусить охота. Так это что со вчерашнего? Ключ второй у тебя? Никак нет. Светку чечица вчера взяла и не вернула. Светка на машинный двор пошла. Сейчас, наверное, будет. Что смешного рассказывал? Да про премию Генки Бабкина. Как он ее хотел от тещи заначить. Вот, кстати, Петрович, хочу тебя спросить. Почему это мне, извечному сторожу, премия не полагается?
Вот как им за выполнение, так мне за 100% сохранность. Ведь в моем теле тоже интерес нужен. Ишь ты, интерес. Интерес? Ай-яй-яй. Да какой тебе интерес? Лежи на казенном топчане, да сны рассматривай. Ох ты, сны! Ответственность. Павел Петрович. Петрович, я чего скажу? Чего тебе? А Дылгин с Пеговым на разнарядку не собираются. Они на стройку наладились. Как на стройку? Ты что это? Да вы что, не знаете? Ведь почти вся деревня знает. С женами разбираться поедут. Они-то ведь что удумали? Так, ясно. Открывай контору. Ага. Захар, а? Ну-ка позови ко мне. Правление? А куда ж? Василий, о! Давай машину сюда. В город поедем. Понял. Нина, ты отчет еще не закончила? Я же говорила, завтра. Я так и не поняла. Комбикорма выдавать по новой норме или еще по старой? Одни одно говорят, другие другое. И комбикорма выдавать, и здороваться пока по старой. Ой, замоталась я, здрасте. Да ярки заклумили голову. Возьба Фролмана так, ради моральной поддержки. Выдавай все по повышенной. Поняла. Да тут ведь здрасте. Дело такое, вызывали? Петрович. Здрасте, вызывал. Присаживайтесь. Все, Фролман, иди. Петрович, я хотела... Все. Закончили. До свидания. Вы чего это? Сами себе хозяева? Хочу, иду на разнарядку, хочу, нет. Мы на стройку собрались. Зачем? А то ты не знаешь. У нас там, кажись, общий интерес. Ай, Петь, тебе-то туда зачем? Ты уж, кажется, со всеми разобрался. И с Матрёной, и с женой. С женой не разобрался. Она вечером детей прихватила и умотала. А куда их там, в общежитие? Ну ладно, мы идиоты, а дети тут при чем? А я там долго не задержусь, Петрович. Врежу свои пару раз промеж глаз и дело с концом. Не метод. 15 суток схлопочешь, и всю посевную тебя нет. Ну зачем вам лезть, как жабам на корч? Все это пока разговор. Повесток нет, и когда будут, даже вон Матрёна не знает. Так что в городе вам делать нечего. Ага, а тут есть чего. А тут есть. Как вы не понимаете, что с этими разводами что-то не то? Подумайте сами, с какой стати? Ни с того, ни с сего, все трое вместе сразу, как сговорившись. А ведь вместе с ума и сходят. В общем так, сейчас я еду на стройку, по другим делам, конечно. Давайте договоримся. Я все разузнаю по-тихому, выясню. К обеду я буду здесь. Да, Петрович, увидишь Марину... Увидишь Марину, скажи. И не увижу, и не скажу. Встретитесь, сам скажешь. Все.
Скоро всю землю вот так закуют в бетон и железо. Травинка не пробьется. Да всю не закуют. Им определенная черта отведена. Только опасность тут не снизу, а сверху. Видишь, он какую трубу строит. Вот закончит ее красавицу и начнут посевать. Да, здоровая дура. Во-во, она и строится такая, высокая, чтоб подальше доставала. Вот здесь, кажись, направо. Ага. Жди меня тут, я скоро. Понял, понял. Хотела лично привести радостную весть. Здесь потише. Ну что, как там дома? Что это тебя вдруг дом заинтересовал? С какой стати? Что с тобой, Паш? Это правда? Что? Про развод. Я тебя спрашиваю. Да погоди ты, не заводись. Ничего тут страшного нету. Значит, правда. Я знал. Знал, что это добром не кончится. Сначала по боку дом, хозяйство, ну, а теперь и семья. Погоди, Паша, я тебе все объясню. Началось тут светопредставление, давай уж все под откос. Да погоди, я тебе все объясню. Развод фиктивный, для видимости, чтобы жилье получить. Какое жилье? Для нашего управления дом сдают. Вон его отсюда видно. Вон крайний. Сдавать к осени будут. Ты знаешь, сколько желающих? Не знаю и знать не хочу. Я тебя спрашиваю, при чем здесь развод? А при том, что матерям-одиночкам положено в первую очередь, тем более у кого двое. И Зойка с Маринкой тоже подали. Хитро. Но ты хоть понимаешь, что это не по-людски, не по-божески? Смотри-ка, член партии про Бога заговорил. А в общежитии жить по-божески? У тебя есть свой дом. Извините. Понимаешь ты, дом. Мотаться между тобой и работой я тоже каждый день не могу. А кто тебя заставляет мотаться? Кто? Ну, живи, где жила. Работай, где работала. Что ты приклеилась к этой тройке, как банный лист до одного места? Ну, хватит про это. Про это уже отговорили. Меня он на курсы хотят послать.
Нужен мастер на новый растворный узел. А ты все про это? Смотрите-ка, мастер выискался. Работаешь в этой грязи, в этой пыли, в этом наморднике и радуешься, дура! А сам-то ты кто? Более умный нашелся. Ну, хорошо, хорошо. Ну, а дальше-то что? И что дальше? Получу квартиру, опять зарегистрируемся. Да не нужна мне твоя квартира! Она нам нужна! Тебе, мне, детям, нам, понимаешь? Вот что! Я где родился, там и буду жить. А развода я тебе не дам, заруби себе это. Извините, граждане, у меня работа. Ладно, я все поняла. Закурить не найдется? Не курю и вам не советую. Ну, правильно. Раз бросаем пить, то и курить ни к чему. Начальство ваше где сидит? Какое? У нас его много. Главное? А, Петрусев. Погоди, они уже переехали. Около ГРЭС. Дом такой черный, но еще недостроенный, двухэтажный. С трассы налево. Ладно, найду. Слушай, начальство у вас здесь сидит? Закончим кабинет, будет здесь сидеть. А пока в производстве. Да? Скрышные работы закончил? Иван Саевич занят. Рельс? Да-да, позвоните попозже. Железная дорога, Саша. Добрый день. Здравствуйте. Извините, вам кого? Да начальство ваше ищу. Оно тут, что ли? Стойте! Минутку. Иван Александрович занят. У него председатель по стройкому товарищ Герасимов. Прекрасно. Они мне оба и нужны. Вы кто? Я из колхоза «За коммунизм». Председатель. Очень приятно. Мне очень нужно и срочно. Но вы же здесь не один. Видите, товарищи давно ждут. Вы по какому вопросу? По важному. У нас неважных вопросов не бывает. И вообще, я боюсь, что сегодня Иван Александрович вас принять не сможет. Не успеет. А завтра? А завтра и послезавтра его не будет. Понятно. Позвольте. Зря я жду. Все-таки же бетонный сал не дадут. Ну, посидишь, чтобы... Приемный Петрусев. Да-да, хорошо. Да. Мне скажут то, чем я уже знаю. Это же наша вся беда. Приемная Петрусева. Нет, я предупрежу. Здравствуйте. А для вас что, дверей не существует? Ну, дверей-то я не знаю. Идешь, я сейчас проехал по стройке. В общем-то, я и без этого знаю. Все ваши молодежные бригады составлены из местных и ребятских. Набором рабочей силы занимаются компетентные организации. Вот я вышел разобраться, что за люди этим занимаются. Государство перед нами строителями поставило одну задачу. Строить. Да вы поймите. Строить. И мы строим. Пожалуйста, стройте себе на здоровье. Только не сманивайте вы у меня людей. У меня в колхозе почти никого не осталось. Все у вас. Не знаю, не знаю. Мы выполняем распоряжение горкома партии. Местных жителей стараемся больше не привлекать. Мы даже автобус по деревням не посылаем. Развозить на работу и с работы. А вот это вы зря. Люди от вас как попало добираются. На попутках, на грузовиках. Неделями дома не бывают. Впрочем, я не об этом. Я пришел по другому поводу.
Я пришел открыть вам глаза. А вы что, полагаете, что они у нас закрыты? Кое на что? Да. Что у вас там, Земфира Ивановна? Я вас, спрашиваю. Так вот, как вы обеспечиваете жильем матерей-одиночек? Матерей-одиночек? По закону, в первую очередь. Вот. Тут вас и обманывают, как малых детей. Некоторые женщины бросились разводиться со своими мужьями. Решили на время стать матерями-одиночками ради жилья, чтобы других опередить. Но поняли теперь, какой тут фокус? Это не наше дело. Фиктивный развод, не фиктивный. Пусть суд разбирается. Как это не ваше? А вот так, не наше. Ах, вон оно в чем дело. Понятно. Я, дурак, вам глаза открываю, а у вас так все просто придумано. Нет, все правильно. На днях суд будет рассматривать дело о разводе двух моих лучших механизаторов. Жены их работают у вас. Вы им даете квартиры, как матерям-одиночкам, а они на другой день сойдутся. И два моих лучших механизатора будут работать у вас. Вот вы чего хотите. А вы что же, против того, чтобы жены сходились со своими мужьями, да? Я против того, чтобы игралась подобная комедия. Это развращает людей, как вы этого не понимаете? Запретить разводы мы не в силах. У нас другие функции. Ну что ж, тогда я пойду к прокурору. Пусть он мне растолкует, почему вы не мытьем, так катанем. А что прокурор? Или, скажем, судья? Ну, поуговаривает он их не разводиться, побеседует. А дальше что? Против закона он же не пойдет. Значит, и тут закон против моей деревни. И нет такого закона, который не дал бы ей исчезнуть с лица земли. Так что ли? Да не путай ты божий дар с яичницей. Никто твою деревню не трогает. Деревня? Деревня — это не дома, а люди, что в них живут. Понятно вам? Стоп! Будьте любезны, выйдите, как вошли. Пожалуйста. До свидания. До свидания. И попрошу вас, лестницу, пожалуйста, поставьте на место. Слушаюсь. Ну что, Петрович, к прокурору рулим? С чего ты взял? Да слышно было. Окна-то открыты, а говорили вы не шепотом. Да, попугать хотел. Попугали одну бабу, она не то видала. Куда, домой? Домой. Давай через Богосульские поля. Пригорюнился, Петрович? Да не пригорюнился. Думаю. Думай, не думай, плеть обуха не перешибешь. А зачем перешибать? Пусть будет и стройка, и деревня. Пускай рядом живут. Рядом. Видать, это не так просто. Не получается рядом. А надо, чтобы получилось. Только никто нашу Кудринку не спасет, никакой дядя, если мы сами за это не возьмемся. Взяться можно за все. Только вот как? Вот я и думаю, как. Ну, что надумал? Да есть тут одна мысль. Здорово, Петрович. Здорово.
Здоров. Наших-то видел? Видел. Но разговаривал только со своей. Про развод все правда, подали. Да. А что это не спросил? Да туфта все это. Развод фиктивный на время. Им нужно стать матерями-одиночками, чтобы получить жилье. Без очереди, а потом сойтись. С кем? С нами с кем. План у них такой. Ты смотри, а мы все говорим, баба дура, а? Смешная ситуация, мужики. Смешная, говоришь? Ну? Не смешная, Родя, грустная. Ты уедешь, Петька уедет. Я не уеду. Я еще не знаю, как перед Маринкой за Дуську расколебаюсь. Очень просто. Начистит она тебе нюх и простит. А кто кому? А. И с удовольствием потянет на стройку подальше от деревенских присудов. А что и там люди живут? Даже получше нашего. Квартиры, удобства всякие. Туалет теплый. Он тебе не понадобится. Это почему еще? А потому что жрать что будешь, если все уйдут с земли? А, привезут. Откуда? Найдут откуда. Вон, страна огромная. И он в самолете за день поперек не пролетишь. Я уже не говорю про вдоль. Спланируй что-нибудь. Вас спланируют. И каждый так думает, что за него кто-то сделает. Уйдут все с земли, а потом будут с высокого этажа на пустой желудок выглядывать. Ну ладно, предположим, я не поеду. Петька не поедет. Баб сюда перетянем, жить по-вроде все равно нельзя. А остальные? А вся деревня? О, вот про это я и хочу говорить с их начальством, если пробьюсь. Вот что, мужики, соберите мне к завтрашнему утру все, что у вас с зимы осталось. Помидоры можно, огурцы маринованные, морковку. Меду, кстати, неплохо. Я вот тоже у себя кое-что посмотрю. А зачем это? Пока сказать не могу, сам еще не знаю. Слушай, у тебя от нас какие-то тайны? Да не тайны, а стратегия. Понятно? Вот так. Ладно, мужики, день дорог. Давайте. Так Маринка ничего не сказала? Да не говори я с ней. Ну? К завтрашнему утру кровь из носу достань мне магазины весы. Зачем? Военная тайна. И белый передник, понял? Понял. Ну! Вам кого, гражданин? Доброе утро. Здрасте, еще никого нет. Это хорошо. Придержим Маше дверь. Вы из магазина, что ли? Ага, из магазина. Повезут они вам, держи карман шире. У них у самих ни черта нет. А откуда вы? Из колхоза, не боись. Торговать, что ли, будете? Держи, мамаша, двери. Будем торговать дарами земли. И для начала найди мне два стола. А дети их возьму. Ну, прояви смекалку, мамаш. За это товарю без денег. Как без денег? Что же это за цены такие? Даже странно, очень странно. А разрешение торговать у вас есть? Мамаш, мы же не с солнечного юга. Мы из колхоза за коммунизм. Потому и цены такие. А тебе за помощь все бесплатно. Василий, а товарь? Спасибо. На здоровье. Ну, кажется, начинается. Вчера звонила ему три раза, никто не подходит к телефону. Ехал, наверное. Не может быть. Ой, что это? Держите, я падаю. Ой, что делают? Это что же у нас такое? Наверное, завтра снег будет. Ну что, торговать? Будем. Вот это Герасимов. Вот это Лисков. Думает начальство все-таки о нас. Зоя, неси сумку. Девочки, а кто ваш? Шкаф около моего стола. Ну давайте в очередь. Подожди, накажи. Это кооператив. Нет, вы уже продаете? Я скажу. Или как? Нет, Илья. В очередь, в очередь. Скажите, а торговать вы долго будете? Так, товарищ, спокойно, спокойно. Давайте организуем очередь.
чтобы я видел, сколько вас, чтобы никого не обидеть, чтобы всем досталось. Давайте. Значит так, каждой овощи по 2 килограмма на брата. Ну и по одной банке, чего бы там ни было. Помидоры, огурцы или мед. Это что, карточная система, что ли? Будто не война. Ну, не война, на всех не хватит. Вам чего? Мне? Морковь. Так. Чеснок. Всего. Понял. И вот, вот этого вот. Чего? Ну, вот этого вот. Ну, это брюква, вот она перед вами. Брюква. Напомните, как ее едят? Дожили. Брюква, как тут ананас. А ничего смешного нет, товарищи. Это все результат борьбы с природой. И баночку огурчиков. Понял. При стрессах нашей гражданочки, при нервности и от комплекции, брюква очень полезная вещь. Можно сырую, а можно и в печи напарить. Именно в печи. Помню, бабка нам в детстве из брюквы паренки делала. Вместо конфет. Ах, и вкусно! Вкусно и полезно. У моей бабки, товарищи, за всю ее жизнь только 3 лекарства было. Морковка от сердца, свекла от головы, брюква от желудка. Кстати, 100 лет прожила. Товарищ продавец, отпускайте, нам же на работу. Отпускаю, отпускаю. Вам? Прошу. Вешайте все, что есть, и меду. И вот. Еще баночку огурцов. Никаких еще. Объявлено по 1 банке. Это еще почему? А нас двое. А ее здесь не стояло. Как это не стояло? Она занимала. Ну, да. Давай, товарищ продавец, сказано по 1, значит по 1. Не волнуйтесь, граждане. Кому сейчас не достанется, достанется потом. Когда потом? А вот про это отдельный разговор. Товарищ продавец, вы мне, по-моему, лишнюю сдачу дали. Что касается денег, гражданочка, то я не ошибаюсь. Просто давайте цены такие. Я и не посмотрела. Действительно, цены. Подозрительно. Значит, когда дерут с вас на базаре в 3 дорога, это не подозрительно. А колхозное по себестоимости. Вам тоже подозрительно? Нет, нет, ни в коем случае, не волнуйтесь. И еще баночку варенья. Никаких баночек, хватит! Надо его отсюда! Товарищи, товарищ продавец, только по 1 банке! Понял, товарищи, договор дороже денег. Все. Значит так, товарищи. Что же это получается, дорогие товарищи? Выходит, у вас тут не важно со снабжением. Даже с овощами и то туговато. Здрасте. Туговато это когда туговато. А когда их вообще в магазинах не бывает, это как называется? А называется это пустовато. Ну а молочко, сливочки, творожок, это как? А никак. Товарищи, да он же просто издевается. Издевается над нашими трудностями. Ага, значит, с этим делом у вас трудности. Тогда позвольте вас спросить. Всех вас! Чего же вы тогда добиваетесь? Чтобы у вас тут овощей, творожка, молочка и всего прочего еще меньше было? Чего стараетесь? Чего вы боретесь, я вас спрашиваю. Да кто борется? Ты что, шалил? Товарищи, мы что-то не то слушаем. Это ж политическая провокация. Вы кто такой? Председатель колхоза. Товарищи, вы поняли, куда он клонит? Пока нет. А я поясню. Никакой тут провокации нет. А есть факт жизни. Вы действительно стараетесь, чтобы у вас тут ни черта не было? Иначе как же объяснить, что вы не интересуетесь положением дел на селе? Вот смотрите, в моей деревне Кудринки людей остается все меньше и меньше, а продуктов мы производить должны все больше и больше. Надо повышать производительность труда, это же общеизвестно. А как ее повышать, если мне на трактор посадить некого? Если некому доить коров? Если у меня не хватает молодых и сильных работников? Если они все оказались у вас? Как? Ну, это уж перебрал. Может быть, вы и правы, но орать-то на нас зачем? Извините, вырвалось. Я знаю, что мы должны кормить вас. Но я знаю и другое. Мы это сделаем только тогда, когда и вы проявите к нам интерес. А мы проявляем. Нас же посылают осенью в колхоз. Картошку убирать, лен. Во-во, лен. А вот я не понимаю, товарищи. Один раз за все время привезли нам кое-что в мизерном количестве, и то не продают, а устроили какое-то собрание. Митинг. Да, собрание. Да, митинг. Этого я и хотел. А раз митинг, то я договорю. Товарищи, вот вы здесь строите важнейший объект, чтобы дать стране дешевое топливо, дешевую энергию. Да не будет она никогда дешевой, если вам в ответ все нужно привозить за 1000 километров.
Был я у вас в магазине, видел? Куры из Венгрии, сардины из Марокко. Ну ладно, сардины их тут не поймаешь. Картошка! Картошка привезена с конца света! Ну это же позор! Это не нам! Ну надо же! Это вам позор! Хлеборобам! Действительно! Правильно, правильно! Нам позор вдвойне! Так давайте решать это дело! Давай! Вот мы вам привезли кое-что из нашей продукции. Да, действительно мало. Ну, можно сказать, для примера. Что можем привозить? И привозить вдоволь. Чтобы вы не стояли в очередях в магазине, не скандалили на базаре, а получали от нас все по потребности, такого вот качества и такой же цены. Будет, будет. Но для этого нужна ваша помощь, чтобы начальство ваше, которое на рынок не ходит, позаботилось вместе с вами, как вас хорошо и вкусно накормить. Товарищи, мы должны объединиться. Это же в ваших интересах! Товарищи, ну это уже не митинг, это уже базар! Вот, пожалуйста. Спокойно, товарищи! Спокойно! Послушайте, вы, корабейник, кто это вам разрешил здесь торговать? Быстренько убирайтесь отсюда! Товарищи, рабочее время идет. Прошу вас. Товарищи, подождите, не расходитесь. Товарищ Сузинок, распродайте людям то, что у вас осталось, и зайдите ко мне. Понял? Товарищи, прошу вас. Вам. Павел Петрович, ну зачем вам понадобилась эта комедия с торговлей? Честно говоря, первое желание у меня было вызвать милицию. А что милиция? Другой возможности пробиться к вам не в кабинет, а именно к вам. Я не нашел. У нас действительно сложности со снабжением местными продуктами. Ну зачем же играть на этом? Вы растревожили людей. Вроде в меня камень бросили. Это хорошо, что растревожил. Вас бы мне еще растревожить. Да я-то тут при чем? Я ж не снабженец, а строитель. Моя задача строить. А моя задача кормить вас. Сохранить деревню и работать на земле. Ой, да не орите вы. Чего вы хотите, в конце концов? Я хочу, чтобы вы нам помогли. Мы и так вам помогаем. Каждый год на уборочную выделяем вам людей, от себя отнимаем, а вам даем. Во-во, что-то похожее я уже сегодня слышал. Только этого нам не надо. Вы любыми способами у нас переманиваете молодежь, а потом посылаете их к нам. Только приезжают они не хозяевами, а так, лишь бы день до вечера. У нас они баклуши бьют, а ваш кассир им тут деньги начисляет. Да знаю я об этом. Иван Александрович, я сегодня пришел сюда не ругаться. У меня... Действительно к вам. Деловое предложение. Да что вы нависли, как коршун? Садитесь. Вы Чехова читали? Антон Павлович? Читал. Так вот, есть у него рассказ. Одна старушка пришла в банк вместо собеса. Просить денежную помощь за мужа. Ну, умер он. Чиновник там какой-то ей объяснил, что она попала не туда, вот как вы. Она знает, требует свое. Ну, ему надоело, он плюнул и выплатил свои деньги, чтобы отвязалась. Намек понял, Иван Александрович. Только я, в отличие от той старушки, пришел по верному адресу. Разрешите? Что у вас, Земфира Ивановна? Срочное дело, Иван Александрович. Подпишите, пожалуйста. Письмо с Межником. А? Угу. Так вот, Иван Александрович, вашему тресту приказано организовать свое собственное подсобное хозяйство. Ну и что, я знаю об этом. Ваше управление входит в этот трест. Так попросите себе подсобное хозяйство. Ну как бы бригаду от треста. А зачем мне это надо? Иван Александрович. Вам все равно прикажут организовать у себя такое же хозяйство. Потому что в системе треста это дело не получится. Почему? Поверьте мне. Ну почему? А потому что громоздко очень. Подсобные хозяйства хорошо подойдут управлением, вроде вашего. Ну, прикажут, пожалуйста. А зачем ждать, Иван Александрович? Зачем ждать? Нужно попросить самому сейчас. Это будет ваша инициатива. А инициатива в наше время, сами понимаете. Ого. Ага. Ну а дальше-то что? Вот.
здесь я предлагаю деловой контакт. Ну зачем вам корячиться и начинать подсобное хозяйство с нуля? Возьмите себе нашу деревню. Как? А вот так. Чем не подсобное хозяйство? Мы соседи, земля наша рядом со стройкой. Вы потратите минимум усилий, а получите максимум выгоды. Вы продукты получите. И дешево, и качественно, и много. И дешево, и качественно, и много. А как быть с Рокфеллером? С каким Рокфеллером? Ну, которого надо уговорить. Ну, это из анекдота. Ну, хорошо, предположим, вы меня уговорили. А как быть с ним? И потом, кто же отдаст нам целый колхоз? Ну, предположим, он не целый, наполовину он у вас. Нет, вы не ответили на мой вопрос. Вот, для этого и нужна инициатива, Иван Александрович. Пойдем в райком партии, посоветуемся, поговорим. Иван Александрович. Ну так что? Погодите, погодите, надо же все обмозговать. Такую мне задачу задали, что семером не решить. Иван Александрович, для нас с вами эта задача, да... Господи. Дело новое. Риск. Иван Александрович, кто не рискует, тот, как говорится, и в тюрьме не сидит. С вами сядешь. Ладно. Зайдите-ка ко мне через недельку. Понял. Я сейчас буду. Ага. Садись в машину. Дядь Вась, здрасте. Здравствуй, Поля. А Маришка где? На уроке. Папа, она вчера двойку получила по арифметике. Ай-яй-яй, я обидничать нехорошо. А двойки получать хорошо? Тоже нехорошо. Вот, только я маме не говорила. Мама сама узнала. Ну ладно. Слушай меня, Поля. Как только закончится урок, приходите вон туда, на тот перекресток. Домой поедем. Куда домой? Ну как куда? В деревню. А уроки? А что уроки? Что? Ну пропустите маленько. Сегодня пятница, вы считай, что были. Завтра суббота, ничего страшного, почти выходной. А в воскресенье я вас вечером привезу. Нормально? Нормально. Ну иди, доча. Папа, а скворцы прилетели? Прилетели, дочь, прилетели. Поют. А корова по вас соскучилась. Каждый вечер мучит, вспоминает, куда же вы подевались, говорит. Ну? И мы соскучились. Ну ладно, дочь, иди, а то учительница смотрит, ругаться будет, иди. Пап, жди, мы скоро. Хорошо. Сгибаем колени, веселей, маечка, раз и два, и раз и два, и хорошо. Пеструша, пеструшенька, кормилица ты наша. Ешь давай, ешь.
Папа говорит, она нас каждый вечер ожидает. Пеструша, пеструшенька, соскучилась по нас. О, да мне вроде тут и делать нечего. Ну, а ты думала? Стой, стой. А на поле посторонись. Баба Матрёна, дашь мне подоить, а? И мне. Корова не для баловства. Корова — это дело серьезное. А я буду серьезно, очень. Баба Матрёна, ну дай подоить, а? Пожалуйста. Ладно. Иди сюда, горе ты мое. А я, баба Матрёна, я тоже хочу садись доить. Вот так. Ну, тебе еще совсем рано. Давай, ну-ка. Ну что ж ты пальчиками берешь? Ты всей. Во! Кулачком обхватывай, захватывай ее сиську. Вот. Давай. Вот, познавай, от келя, но молочко-то берется. Молодец. Ты лизи твою. А ну, слезай-ка. Не понравилось ей наше обучение. Да тихо ты! Это горе не горе. Ну что, не по делу ревешь? Молока жалко. Во-во-во-во. Бог услышит, что по ерунде плачешь. И настоящее горе пошлет. Ага. Ну хватит, полно. Хватит. Здорово, хозяева! Ты чего это, Павел, делаешь? Ты чего? А то не знаешь чего. Ты зачем дурака моего агитируешь? Зачем голову мы забиваешь? Да про что ты в конце концов? Ты из меня дурочку не строй! О чем вы сговорились с Делдиным да с Родькой моим? А вы о чем сговорились с Мариной да с Надеждой моей? Мы не сговаривались, мы каждый по себе. И мы каждый по себе? Ишь ты, каждый по себе! Это ты с ними работу провел? Напел им? А мой дурак слушает, черт знает кого! Мало они тут ломили на вас. И Родька, отец его, и дед. На кого это, на нас? Не знаем на кого. Хватит, пожили. Как люди жить захотели, так ты лезешь со своими заветами. Кто тебя просит? У нас дети, семья, а ты ее разбиваешь. Я тебя спрашиваю, на кого это на нас выломили? Спокойно. Знаем на кого. Тихо, Паша, тихо. Погодь пока. А чего это ты на чужой двор прибежала лаяться, а? А вот это не твое дело. Ишь ты, мокрохвостка. Про семью, про детей она заговорила. А кто мужа, дом, хозяйство бросил, а? Ну кто первый на развод подал? Пашка или Родька твой? А я говорю, не твое дело, змея. Тихо! А то я быстро укорот найду, коль твой муж не может. Зачем прибежала, спрашиваю? Я сказала, зачем. Спасибо. Жену он свою агитируй, а в нашу жизнь не лезь! Здравствуйте, тетя Матрёна. Здравствуй, Надежда. Ну, чего ты прибежал-то? На мужика накричала. У него своих разговоров хватит. Родька на развод не соглашается, все дело рушит. Ну, и пускай рушит. А ты должна мужа слушать. Вот, куда иголку, туда и нитка. Закон верный. Да, иначе порядка не будет. Будет. Погоди, Зой, ну что ты действительно? То в ругань, то в слезы. Марина приехала? Приехала. Разбираются они с Петькой своим. А что разбираться? Отхайдакала кобеля коромыслом. Вот и весь разговор. Дуй, разбирай. Значит так, мы сейчас придем с Надеждой к вам. Почему нам не собраться? Действительно поговорить надо. О чем говорить? Есть о чем. Посидим, как раньше, поговорим. Это же лучше, чем ругаться. А Дылдиных звать? Конечно, зови. Я что надо, прихвачу. Ладно. Оля, Марина, идемте. Перед матерью виниться будем. Ты Подгорна, ты Подгорна, широкая улица. По тебе никто не ходит, ни петух, ни курица. День кто не ходит, ни петух, ни курица. Я пошел от них топить, прибегаю на реку, они...
тобой покроется. Скоро, милая, приедет, сердце успокоится. Через речку быструю целовал парсистую, думал кофе розовой, а это пять березовый. Здорово, плесуны! О, Захар, давай к столу! Не-не-не, на дежурство не потребляю. Петрович, сейчас к тебе. Ну что, стряслось? Так опять Генка Бабкина в каблучке. Трактор на машинный двор не пригнал, а возле дома поставил. А чего ж ты мне говоришь? Ему и скажи. А кому говорить-то? Он не бей, не мей, не кукареку. Ладно, я завтра с ним поговорю. Так я на медне предупреждал его. А он говорит, плевал я. Сегодня я у вас, а завтра где угодно. Вот завтра я с ним и поговорю. Все у тебя? Все. Будь здоров. Понял. Петька, Серёмок из картошки. Нет, ну ты видал? Еще и угрожает. Бери сама. Паразит. Да не расстраивайся ты, черт с ним, с Бабкиным. Не было работника, и это не работник. Давай. Чего они как посказились? И мужики, и бабы так и смотрят, чтобы задать лототы подальше от дома. Чего им на месте не сидится, не понимаю. Ладно тебе, об этом уж говорено, переговорено. Чего им не сидится, говоришь? Это тысячи ученых решить не могут. Раньше говорили, мол, культуры в деревне не хватает. Человек, мол, к культуре тянется, театр ему нужен, музей. А сильно много наших деревенских, которые уехали, ходят там в театр и музей? Ага, каждый день по два раза. Теперь его другие причины называют. Говорят, это мировой процесс. Ну, может, и мировой. Только мне лично ясно, в чем тут дело. В чем? А причина простая. В городе жить беззаботнее. Вот и все. Ага, беззаботней. Ой, Зоя, а то ты не знаешь. В своем доме в деревне всегда под рукой работа. То вода, то дрова. Да мало ли что по хозяйству. А в городе что? Пришел с работы, лег на диван, смотри телевизор. Или во двор пошел козла забивать. А еще лучше у пивного ларька околачиваться. Забот же никаких. Ага, много мы козла-то забиваем. Да и не о вас я вовсе. Хотя вода в квартире дело для женщины не последнее. Особенно горячее, или, скажем, газ. Я уже не говорю про теплый туалет. А че ты смеешься? Че? Иди-ка побегай, доча. Почему это кто-то должен жить как люди, а кто-то всю жизнь? Как? Я бы сказала как. За столом неудобно. Угу. Жили мы без этого, не померли. Правильно, Карповна, правильно. Больно уросли все стали. Вот раньше-то бывало... Сейчас другие времена, нечего про раньше. Ладно, спокойно. Сам спокойно. Погоди, Зой, погоди. Никто же не спорит. Газ, вода, все это хорошо. Но только делали бегать и искать всякие удобства на стороне. У себя их заводить надо. У себя? Смешно даже. А чего смешного? Погоди маленько, заведем. Ой, Павел! А где заводить-то? Тут скоро один твой дом и останется. А вы что, значит, не вернетесь? А что ты у меня-то? Вон уж и свои спроси. Да мне это я спрошу. Я у тебя сейчас спрашиваю. Про себя не знаю пока. А вон Маринка, кажется, уже вернулась. Или как, Марин? Ой, сильно она за Петеньку своего переживает. Ну ладно, ладно, угомонись. Смотри-ка, свет в окне. А ты, значит, уже ничего не боишься? Ошибка самостоятельная. Смотри, допрыгаешься. А что, ты же любовницу заведешь? Любовница мне не нужна, а если что, женюсь сразу. И навсегда. Давай-давай, вместе с ней в группу ляжешь. Я тебя предупредил. А я тебя. Ну, в общем, так. Даю неделю на размышление. Или возвращайся, или... Ага. Очумел, что ли? Только так. Слыхали? Всегда он так дурак ненормальный. Да ладно тебе, при гостях, в слезы, а? Ой, погоди, отольются кошки мышкины слезки. Ладно, Зой, ладно. Не для слез же собрались. Предлагаю тост за женщин. Ага, с такими тостами только квас переводить. Молчи уж, паразит. За женщин. Yeah.
надо нас дальше провожать, Паша. Мы сами доберемся. А может, все-таки подбросить, я скажу Василию. Да нет, выйдем на трассу, проголосую. Ну, гляди. Ты мне так и не ответил. А что говорить? И так все ясно. Что ясно? Что не вернешься ты сюда. Я это понял по глазам и по лицу твоему, когда мы у Пеговых гуляли. Не вернусь. Вот. Развод я тебе дам завтра же. Так что получай свою квартиру и живи. Странный ты какой-то, Паш. Я думал, ты буянил, будешь ругаться, драться кинешься. А ты спокойный, даже страшно. Чего драться-то? Раз уж у нас с тобой раскололось, не склеишь. Так нечего и пыжиться. Да ничего не раскололось, Паша. Я тебя любила и люблю, дети у нас. Просто у меня новая жизнь началась, ну как ты не понимаешь? Вот именно, новая. А я себе другой жизни не мыслю. Мысли, не мысли, а куда денешься? И через год, так через два деревня наша исчезнет, не устоит она перед этим напором. Нужно сейчас о будущем думать, а то потом поздно будет. А я говорю, устоит. И внуки наши мне будут жить, и правнуки. Да добрым словом поминать за то, что мы им кудреньку сохранили. Да нет, Паш, напрасные твои потуги. Нельзя против жизни идти. Ну неужели ты не понимаешь, что ничего уже не повернуть? Послушай ты меня, Паш. Это мне тебя не повернуть. Изменилась ты. Другая стала какая-то невозвратная. А деревня моя жила и будет жить. Ясно тебе? Ясно. До свидания, Паша. До свидания. Пошли, дети. Здравствуйте. Добрый день. Здорово, Коля Мишу. Здравствуйте. Приветствую вас. Здравствуйте. Уводите? Ну, чей стоит сиротой? Сиротой? А хозяин на стройке, что ли? Ой-ой. А вы кто будете? Начальство разве не видите? Да вижу. Как проехать на машинный двор? На машинный двор? Ну, или на то. А, это вот прямо до излучины и направо. Ну, спасибо. Спасибо. Всего доброго. Угу. Захар! Да погоди ты! Петрович! 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 Ну и где горит? Везде. Какие-то незнакомые по колхозу шастают. На Черной Волге. Двое. Толстый и худой. Все вы спрашивают, сейчас они на зернотоке. Толстый, говоришь? И худой тоже. Понял. Где Василий? Обедает. Василий, заканчивай. Поехали. Черная Волга была? Была. Куда поехала? Сюда, на телятник. Зоя, Черная Волга была? Была. Куда поехала? К Лобу. Только что. Beep, beep.
Здрасте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Знакомьтесь, председатель здешний. Зверев, секретарь парторганизации стройуправления. Очень приятно, Звезденок. Вот осматриваем твое хозяйство. Ну а чего ж тихаря? Я за вами полдня по объектам гоняюсь. Тихаря надежней, никто зубы не заговаривает. А, умные были головы. Это у кого? Да у тех, кто место здесь выбирал, кто жизнь здесь начинал. Неграмотные, лапотные, как хочешь назови. А все учли. И рельеф, и розу ветров, и красоту. Не то, что сейчас. Выберут по науке, а потом оказывается. Это забыли, другое не учли. Красивые деревни. Эй, милые вы мои! А когда был пруд и с мельницей вон там, за излучиной, это ж было глаз не оторвать. Разломали. А кому она мешала? Ну, ладно, ладно, ладно. А рыба есть? Да считай, что нет. Что, извели? Извели. Ферма не на месте. Ее бы на левобережье перенести. Там и гигиена лучше, и выпас хороший. А как же технику через реку? Мост нужен. А лучше всего плотина. И пруд будет, и рыба, и переход на другую сторону. Да, у тебя все, только начать да кончить. А как же, милок? Чтобы взять, надо вложить. К сожалению, тетка, ты права. Ну, в общем, так. С первым я договорился о приеме. Ждет нас в понедельник в 9:00 у себя в райкоме. 9 часов утра? Что рано? У меня в управлении ты начал торговать раньше. И подготовьтесь, Павел Петрович. Может быть, цифры какие понадобятся по хозяйству. Разговор предстоит серьезный. Да к этому разговору я давно готов. Василий, ну? Я тебя последний раз предупреждаю. Если ты на стройке еще что-нибудь украдешь, пеняй на себя. Ничего себе. А чего ты взял, что я краду? А то я не знаю. Ты ж так и целишь, как ухватить, что плохо лежит. Что лежит, я не трогаю. Я беру, что валяется. Такой принцип. Философия. Запомни, стройка для нас теперь почти своя, понял? Понял. Вот так. Так, понял я вас, товарищи. То, что вы самостоятельно, без подталкивания сверху, приняли решение обзавестись подсобным хозяйством, это очень похвально. Тут мы вас 100% поддержим. Но начинать это дело вам придется так же, как начинают все. Выходит с нуля, Василий Васильевич? Можно сказать так, Иван Александрович. А кадры, специалисты? Думайте. Тут вам самим придется позаботиться. А Кудренко как же? А Кудренко, Павел Петрович, это колхоз за коммунизм. И никто нам не позволит превращать колхозы в подсобные хозяйства предприятий. Но мы же не предлагаем делать это повсеместно. Пусть это будет исключением из правил для Кудренки. Мы же ограничим со стройкой. А это значит, исчезнет наша деревня, если все будет продолжаться, как было. А зачем? Ну, кому она мешает? Да вроде никому. Так, напоролись мы со своей инициативой. А кому мешала моя деревня? Уж 20 лет, как ее нет. Правда, нашелся один энтузиаст. Пенсионер из Норильск. Разыскал земляков, списался. Собрал деньги на памятник. Здесь стояла деревня Драчевка. И фамилии всех, кто не вернулся с войны. Вот я к вам и пришел. Чтобы потом не собирать деньги на памятник. Завидная предусмотрительность. Да, Василий Васильевич. Организуйте, пожалуйста, кофе, Леночка. Сейчас. И кто там ко мне? 7 человек с Бетонного. Вы хотели с ним поговорить, они завтра уезжают на курсы. Да. Помню, спасибо. Минут через 20 освобожусь. Хорошо. Значит, сделаем так. Соберите совместное собрание кудринских коммунистов и коммунистов вашего управления. Собрание обязательно сделайте открытым, говорите откровенно. Если люди действительно заинтересованы, то собрание примет решение, учитывая особый случай, в виде исключения. Просим рассмотреть.
Ну и так далее, понятно? Понятно. Понятно. Понял. Ну вот и хорошо, что вы такие понятливые. Да, кстати, Анатолий Иванович, что новенького по делу Сергачева? Василий Васильевич, пока определенного ничего вам доложить не могу, но через неделю мы соберем партком, и дней через 10 у вас будет его решение. Очень хорошо. Так что представьте его мне вместе с решением партсобрания о судьбе Кудринки. Ясно. Кстати, Павел Петрович, а почему именно Кудринка? Что это за название такое? Ну, это целая легенда. Говорят, жил у нас сильный цирюльник при этапе, стриг проходящих каторжников. Шли они долго, а пока доходили до нас, обрастали. Ну и оставляли в нашей деревне свои кудри. Вот отсюда и Кудринка. Интересная история. Да, Василий Васильевич. Жила наша деревня, горе себе не знала, а тут на тебе, стройка. Как говорится, на нас напало злое племя. Это кого вы имеете в виду? Да нет, это песня такая, старинная, сибирская. Да знаю я ее. А у вас на какой мотив поют? Да как везде. Вы знаете, я слышал разные варианты. Ну, я не знаю, у нас такой. Отец мой был природный пахарь, а я работал вместе с ним. Отец мой был природный пахарь, а я работал вместе с ним. На нас напало злое племя, село родное полегло. Отец убит был в первой схватке, а мать живу в костре сожгли. Отец убит был в первой схватке, а мать живу в костре сожгли. Зачем, скажи, судьбина злая, ты разорила дом родной? Сестра сироткою осталась, а я остался сиротой. Сестра сироткою осталась, а я остался сиротой. Сестрой мы в лодочку садились и тихо плыли по реке. С сестрой мы в лодочку садились и тихо плыли по реке. Но вдруг кусты зашевелились, раздался выстрел роковой. Злодей пустил злодейскую пулю, убил красавицу сестру. Злодей пустил злодейскую пулю, убил красавицу сестру. Зашел я на гору крутую, село родное посмотреть. Горит село родное, горит вся родина моя. Горит, горит село родное, горит.